А в Актобе за вклад в развитие Ассамблеи народа Казахстана госнаградами и почетными грамотами отмечены руководители этнокультурных объединений и представители различных компаний. Всего около 20 человек. Отмечу, что в Актюбинской области действуют 19 этнокультурных центров. В них взаимодействуют представители более 90 этносов. В год Ассамблеи каждый второй житель региона принял участие в праздничных мероприятиях. Во всех, даже отдаленных поселках, одновременно подняли флаг дружбы. Каким я хочу видеть государство? Таким, как говорит президент. Где я могу это делать? Я могу делать это на своем предприятии. Вот я и делаю. Это доставляет мне удовольствие. Ну и вообще-то никто не возражает. Всем нравится учиться. Молодежь любознательна. Свою историю, свои традиции на основе них. Вот своя культура, как угодно можно сказать, возрождается, вспоминается, формируется.